Я точка тайн, я геометр энигмы, мне в точке видится весомое ничто. Бурлят тенденции, грозят началом игры, небытие сверяется с мечтой. Ее величество инфанта, сингулярность, загадка, кое внемлет иерофант, каприз исполнит дерзновенный фант, намерение с Богом солидарность. Закон, лежащий вне любых законов, в ней клёкот бездн, урчание драконов, изъявив вновь кротовая нора. В тебе, где восстает причинность, где гравитация сминает исполинов, мне суждена пространная игра. Итак, это была энигматоника номер один «Сингулярность». Первый сонет задуманного венка сонетов, который будет называться «Энигматоника». Есть смысл немного поговорить о том, что такое энигматоника, как произошло это название и что это будет вообще. Это составное слово, состоящее из двух частей – энигма и тоника. Энигма с латинского переводится как загадка, тоника переводится как звук или тон. Сложив все вместе, мы получаем энигматоника, то есть звучание загадки или звучание тайны. Это слово отсутствует в Гугле, мое собственное, скажем так, ноу-хау изобретение специально для венка сонетов, который должен описать 14 этих сонетов, все эти самые загадки, которые мне на данный момент интересны. Всего их будет 14 по количеству сонетов в венке. Вот. В дальнейшем есть идея разобрать каждый сонет по мере возможности на, так скажем, составные части и его немножечко объяснить, трактовать. Обычно творцы, поэты, создатели текстов утверждают, что все, что создано, все, что имеет смысл объяснять, находится в самом тексте. И не любят пускаться в какие-либо пространные дальнейшие объяснения. Я же решил нарушить эту традицию, которой сам был привержен долгое время. Это вообще первый опыт озвучить свой текст. Более того, не просто озвучить, еще и видеокартинку дать. Вот потому как, мне кажется, сонет должен звучать. Тем более он называется «Энигматоника». Звук и тайна. Итак, первая тайна, которой мы коснулись, называется сингулярность. Из космологии современных представлений физики нам известно, что все произошло от Большого взрыва. А Большой взрыв стартовал из точки сингулярности, которая взорвалась, из которой все стало быть. Было ничего, и стало все. Итак, первая строчка. Я точка тайн, я геометр энигмы. О чем это говорит? В первую очередь о точке, геометрическое понятие, которое имеет нулевую протяженность, которое как бы не существует, но тем не менее оно задает старт чего-либо. Луча, отрезка, геометрической фигуры, тела. Я геометр энигмы, геометр, потому что дело имеет касательство геометрии непосредственно. Мне в точке видится весомое ничто. То самое ничто, которое стартует из точки сингулярности. Бурлят тенденции, грозят началом игры. Бурлят, потому как в этой точке, судя по всему, в момент взрыва было неспокойно. Что-то происходило, бурлило, видоизменялось, что-то происходило. Грозят началом игры. Есть представление о жизни как игре. Возможно, с нами кто-то играет, возможно, мы с кем-то играем. В таком случае именно в этой точке игры грозят начаться. В ней бытие сверяется с мечтой. Ну, то самое бытие, которое стартует после взрыва сингулярности, сверяется с мечтой, с идеей о том, какое это может быть бытие. У кого оно может быть, скажем, ниже. Ее величество инфанта сингулярность. Инфанта в данном случае это титул при испанском дворе юных принцесс. Мне показалось, что это будет уместно, поэтично и интересно.
инфанта сингулярность. То есть сингулярность в данном случае выступает в качестве имени собственного, имени этой самой инфанты, принцессы, которая взялась пошалить. Загадка, в коей внемлет Иерофант. Иерофант – это верховный жрец в греческих мистериях. Тот самый жрец, который внемлет маленькой девочке, Иерофанте, которая собралась пошалить, стартанув начало всему миру. Каприз исполнить дерзновенный фант. Девочка вытащила этот фант. Иерофант ли вытащил этот фант? Тем не менее, этот самый каприз должен быть исполнен. Возможно, это же самое с сингулярностью девочкой. Намерение с Богом солидарность. Возможно, Бог. Возможно, не Иерофант. Возможно, не сингулярность. Возможно, сам Бог, если он существует, стартанул этот мир. В таком случае намерение сингулярности взорваться, намерение девочки поиграть, солидарность с намерением Бога. Именно об этом говорится в этой строке. Закон, лежащий вне любых законов. Сингулярность опровергает многие физические постулаты. То есть это точка, в которой собрана масса всего мира, она имеет мизерную протяженность, но в ней масса максимальная. Более того, нам известны некоторые такие физические законы, которые, кажется, физические явления, опровергающие многие законы, там, квантовые эффекты, допустим, и так далее. Причем это все более чем реально. Все работает, ваши телефоны, гаджеты, интернеты, все построены на квантовых, в том числе эффектах. В ней клёкот бездн, урчание драконов. Бездна здесь имеется в виду в библейском смысле, которая была тьма над бездной в книге Бытия, и о ней будет отдельный разговор в отдельном сонете, отдельной энигмой. Урчание драконов. Те же самые загадочные существа, которые вполне возможно имеют отношение к старту всего мира. Изъявив навь кротовая нора. Кротовая нора, нам известно, что это понятие из «Алисы в стране чудес». То есть девочка упала в кротовую нору, и с ней произошли интересные метаморфозы. Причем в данном случае мы говорим о девочке. Возможно, потому что у меня дочь, ну, скажем, Сергей Калугин, автор, исполнитель песен, глава группы «Оргия праведников» утверждает, что Бог – это всего лишь играющий мальчик. Мне кажется, в этом мы перекликаемся, так же, как и перекликаемся своими венками сонетов. Более того, он был один из моих вдохновителей. Это так в скобочках заметим. Изъявив навь. Понятие из языческой мифологии. Явь – явный мир, навь – нави мир, то бишь мир неявный, лежащий, возможно, по ту сторону жизни. Тот свет, проход из него, изъявив навь, возможно, близок тому самому явлению, какое мы можем назвать творение мира из ничего, взрыва сингулярности из ничего. И последний терцет нашего сонета. В тебе, где восстает причинность. Ломаются причинно-следственные связи в некоторых физических явлениях, в квантовых, допустим. В той же самой сингулярности, скорее всего, также мы видим, что причина и следствие находятся на одной временной точке. Они не зависят одно от других. Все и есть сразу. Где гравитация сминает исполинов. Также нам известно, что в точке сингулярности гравитация имеет максимальную величину, так же, как и максимальную массу имеет сама точка. А масса гравитации связана, все мы знаем, из школьного, так сказать, курса физики, сминает исполинов, то есть гравитация настолько велика, что она сминает всю материю мира в точку. В этом смысле, кстати, сингулярность близкая с понятием черной дыры. В данном случае мы ее не рассматриваем, хотя это и близко. Последняя строка. Мне суждена пространная игра. Это игра, которая предстоит пройти во всех оставшихся 13 сонетах венка, плюс один сонет ключевой, завершающий.
который состоит из первых строк каждого сонета венка. Надеюсь, это будет интересно.